чем у вас ассоциируются пряники? С бабушкой? С самоваром? С Новым годом? Правильный ответ – с Воронежем. Мы находимся на Саженском кондитерском комбинате и прямо сейчас попробуем сделать не только вкусный, но и красивый пряник. Из чего делают саженские пряники? Когда-то давно пряник саженский был деликатесом, то есть не каждый мог себе его позволить. На данный момент сегодня имбирный пряник – это универсальное лакомство. И он не только обладает замечательным вкусом, но сейчас этот пряник – это еще и отличный подарок коллегам, друзьям, знакомым. Это сочетание нежного вкуса, мягкости, и еще есть изюминка в прянике – это специи, которые в него входят, которые придают вот эту волшебную нотку этому прянику. Это имбирь и гвоздика. Используются традиционные рецепты для приготовления? Ну, скажем так, в рецептуре наших пряников у них, знаете, два компонента таких. Это наши старинные русские традиции и новейшие технологии. Вот именно рецептура этого пряника, она уникальная, которая разработана на нашем саженском комбинате 10 лет назад. Это, скажем так, общая работа всей нашей команды профессионалов. То есть каждый внес не только, скажем так, свои знания, но и душу, и любовь. И эта рецептура – это секрет нашей компании. Вот. Ну, есть один компонент, который я уже назвала, который я могу назвать. Это вот любовь к своему делу, любовь к прянику, который каждый внес. А что важнее, вкус или внешний вид? Конечно, важен и внешний вид, и вкус. Первое, на что обращает внимание покупатель, когда приходит к нам в магазин, это внешний вид. Но немаловажен также вкус и аромат, который присущ этому нашему изделию. Поэтому для того, чтобы сохранить этот вкус, аромат, необходимо соблюдать определенные правила упаковки и хранения этого продукта. Также вся информация указана на этикетке, на упаковке этого пряника. Пряники круче конфет? Конечно, ответ однозначный. Пряники круче. На нашем саженском комбинате есть несколько торговых марок на любой вкус. Это торговая марка «Сладкие гостинцы», это уже стало классикой. Это мятные, сладкие банановые, нежные молочные пряники. Торговая марка «Наслада». Эта марка неоднократно участвовала в разных конкурсах, в ежегодный конкурс «Продэкспо», выставки, и получала множество наград и медалей. Также у нас есть еще линейка «Здоровые традиции». Это для тех, кто очень оценит свое здоровье. В данных пряниках используется добавление овсяной и ржаной муки, а также семян льна и кунжута. То есть это не только необычный вкус, но еще польза для здоровья. Также топ нашей продукции – это коврешка с черносливом и вином. Это основа для наших всех художественных и творческих замыслов. И еще вкусный пряник. Сочетание терпкой начинки чернослив и пряного ароматного теста, ну, никого не оставляет равнодушным. А детям такие пряники можно? Да, детям тоже можно коврижку. У нас есть необычного формата пряник, тоже коврижка, только с другими вкусами. Это абрикос и вишня. Еще одной необычной особенностью этого пряника является, что он для росписи детей. На поверхности пряника нанесен трафарет в виде разных сказочных персонажей, персонажей мультиков и животных. Также здесь нанесена съедобная палитра и пищевые красители. Для удобства в комплекте с этим пряником идет кисть, для того, чтобы юные художники могли реализовывать свои фантазии. Этот пряник можно приобрести не только для детей, но и как сувенир и подарок для своих друзей, знакомых, близких. Где можно купить пряники саженские в Воронеже? Наши пряники представлены как на маркетплейсах, так и в торговых сетях. Но мы хотели бы пригласить вас в наши фирменные магазины. Это розничная сеть магазинов «Пряничная Сажина». Они представлены во всех районах нашего города. Кроме того, в наших пряничных вы можете оформить индивидуальный заказ на пряники по вашему дизайну. Вот мы и убедились в том, что Воронеж действительно ассоциируется с пряниками саженские.
а вы узнали, как и чем лучше удивить своих друзей и близких.